Сегодня ровно год с момента подписания Минских соглашений. 12 февраля 2015-го лидеры нормандской четверки после изнурительных переговоров, которые продолжались в белорусской столице 16 часов, согласовали комплекс мер по разрешению украинского кризиса. Под документом поставили свои подписи участники трехсторонней контактной группы, представитель Киева, руководители провозглашенных республик Донбасса и посредники в лице ОБСЕ и России. За прошедшее время главным достижением стало прекращение полномасштабных боевых действий и массовые гибели людей, хотя отдельные нарушения режима прекращения огня еще случаются. При этом Киев тормозит реализацию политической части Минских договоренностей. До сих пор с ДНР и ЛНР не согласованы поправки в Конституции, не приняты законы о местных выборах и амнистии. Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко перед самым Новым годом приняли решение о продлении соглашений на 2016 год, чтобы все намеченное все-таки было осуществлено.